Всем привет, здравствуйте, меня зовут Газизов Марат, компания Альпарис в Санкт-Петербурге. Ежедневный обзор финансовых рынка, торговля без индикаторов. Только что вышли данные по Евросоюзу, инфляционные показатели. Данные вышли положительные, в смысле позитивные для роста цен. Не забываем, что сегодня поздно вечером выступает Марк Карни и некоторые директора ФРС. То есть это что касается фундаментальных данных. Теперь непосредственно переходим к графикам и посмотрим, что там происходит и можно ли что-либо сегодня сделать. Так, ну что, так, одну секундочку, сейчас я тут кое-что подделаю. Так, ну поехали. Традиционно евро-доллар, потому что новости вышли. Эта неделя пытается окончательно закрыть гэп, но в рамках нисходящего, в рамках сформировавшегося разворотной модели здесь этот рост пока что является проблематичным. И в принципе любой подъем наверх на дневных графиках надо искать, наверное, продажи. На дневном графике посмотрите, вот он этот канал, который здесь сформировался, и необходимо дождаться, когда рынок сформирует вот такую зигзагообразную коррекцию. Было бы очень неплохо. Это я активно работаю. Так. Хороший день сегодня. Так. Очень хороший был сигнал, был сгенерирован по евро-доллару, но сейчас чуть попозже об этом поговорим. Ну вот, то есть текущая ситуация идет в рост, не такой однозначный, как было падение, тем более была попытка ускорения тенденции, поэтому не исключаю вероятности того, что как только рынок сформирует значимую разметку, то есть в виде зигзага, будет наверняка попытка обновления вот этой впадины. Вот. Обменится этот сигнал тогда, когда рынок с этих уровней, если ни с того ни с сего, пробьет линию тренда, вот эту линию тренда, линию канала, который является нисходящим. Потому что, в принципе, здесь формировалась разворотная модель для дальнейшего снижения евро против американского доллара. Этот момент отменится тогда, когда цена, еще раз повторяю, выйдет за границу вот этого нисходящего канала наверх. Часовой график позитивный для роста в текущем моменте, но мы, как видно, что после такого падения рост, конечно, наблюдается, но пока что он имеет форму такого некого, я бы даже сказал, может быть, замедления, но внутри вот этого клина движение наверх не так однозначно, как это может показаться. Но тем не менее, признаков разворота тенденции здесь вниз нету, но надо быть готовым к тому, что рынок может в любой момент с этих уровней уйти в более глубокий провал вниз и уже только отсюда где-то вот, то есть в зависимости от того, насколько будет удачно пробитие предыдущей впадины, можно будет говорить о том, что рынок может уже окончательно может развернуться вот таким образом. Причем подъем, я ожидаю, будет вот именно вот такого характера, какое было движение здесь вниз. То есть в текущем моменте осторожно ищем возможность для покупок, но в то же время не забываем, что идет явное замедление тенденции наверх, да, и соответственно в какой-то момент может наступить некий срыв. То есть вот видите, да, то есть если мы здесь видим сопротивление вот под таким углом, то теперь оно уже имеет более такой пологий и в принципе может быть вот такой провал. Но это только в том случае, если цена с этих уровней спадет сразу вниз, потому что есть шанс того, что рынок может вспомнить о тенденции наверх и возобновить свой подъем достаточно уверенно. То есть всему должно быть объяснение. То есть вниз, если цена не пробивает верхнюю границу канала, текущего канала и возобновляет свое падение вниз, вот таким образом, то сигнал для входа в рынок любое пробитие предыдущей впадины. То есть здесь это может быть пробой. Почему именно так? Потому что пробитие этого уровня будет означать выход из восходящего канала. Поэтому здесь, здесь и здесь можно искать возможность для активных продаж. Но пока этого нету, но, как говорится, держим пальцы за такое движение, держим крест, да, а в то же время краткосрочно торгуем тенденцию. А краткосрочная тенденция здесь какая? Повышающаяся, да, на 5-минутный график, посмотрите, вот она. И вчера я вот как раз во время семинара показывал, как использовать данную ситуацию на рынке. Вот идет обновление предыдущей вершины,
коррекционный откат и пробитие, любое пробитие опорной точки по выходу из нисходящего коррекционного движения, это сигнал для входа в рынок в покупку. Такую же стратегию надо использовать и здесь. Посмотрите, рынок, завершив коррекционное движение вниз, вот, выше попытался выйти из нисходящего канала, попытка продолжения тенденции оказалась неудачной. Вот он, пожалуйста, восходящий канал здесь сформирован как разворот этого канала наверх. И, соответственно, теперь вся стратегия строится на том, чтобы исследовать вот этой тенденции наверх. Внутри этого движения что произошло? Обновление предыдущей вершины. Вот, произошло обновление предыдущей вершины. Да? Вот. Соответственно, теперь надо дождаться, когда вот эта коррекция вниз завершится. Вот первая, вторая, третья волна есть. Если цена не пробьет предыдущую впадину, соответственно, можно аккуратно, потихонечку здесь искать возможность для активных покупок. Вот таким образом. Соответственно, в расчете на то, что рынок поможет попытаться обновить предыдущую вершину. Но в то же время, господа, пожалуйста, не забывайте, что характер движения цены в канале вот здесь вот не такой однозначен для бурного роста наверх. Поэтому в любой момент может наступить обрыв. И вот тогда мы здесь встаем при пробое вот этих всех предыдущих впадин. Тем более, что вы видите, как бы диапазон сужается. Это, как правило, происходит либо в ожидании каких-то новостей. А сегодня новостей достаточно много. Сейчас, вот видите, да, диапазон сужается. Значит, сегодня, может быть, завтра будет мощный выброс либо наверх, вот таким образом, да. Есть для этого обоснование техническое. В то же время есть возможность для входа в рынок в продажу. Ну, в этой ситуации это пробитие уровня диапазона, вход в рынок. Все достаточно просто. Почему? Потому что стоп-лоссы здесь будут достаточно короткие. Уходим с евро, идем в британский фунт. По британскому фунту, посмотрите, казалось бы, наступила катастрофа, вчера мы должны были все умереть после Брексита, но мы видим, что фунт достаточно уверенно себя чувствует, то есть не валится вниз, хотя гэп был, да, на открытии, но в то же время, как бы, продолжение вот этого балета марлезонского здесь не находит. Соответственно, раз мы не идем вниз, по идее, надо бы падать, да, соответственно, вот этот коррекционный подъем может быть очень высокий. Ну вот, собственно говоря, здесь я отобразил такие варианты событий. Давайте теперь по порядку. Недельный график смотрит вниз. Была попытка перед этим вот, замедления этой тенденции наверх. Но рынок обновил впадину новую, соответственно, это стало неактуальным. Здесь произошло обновление пробития линии тренда, что усиливает возможность на продолжение, как говорится, тенденции вниз. Вот. И обновление вот этой впадины. Соответственно, надо дождаться, когда коррекция наверх завершится и возобновится снижение вниз. Ну вот, вот такого рода движение, да. Но это понятно, недельный график. Ждать этого сигнала достаточно обременительно по времени. В текущем моменте торгуем то, что есть. В текущем моменте на часовом графике, посмотрите, пожалуйста. Собственно говоря, вот этот канал, который мы видим после обновления впадины, значит, воспринимается как коррекционное движение перед возможным хорошим падением вниз. Но для этого необходимо, чтобы цена при этом подъеме в этом канале не обновила предыдущую вот эту вершину в плане вот этого коррекционного отката. Но, к сожалению, вот этот диапазон, он просто кошмарный, пунктов 500 с лишним. И, соответственно, если прямо сейчас вставать вниз, понятно, что стоп-лосс здесь будет просто гигантский. Но надо понимать, что это всего лишь коррекционное движение перед возможным вот таким хорошим снижением вниз, пока цена не пробила предыдущую вершину. Соответственно, помним о долгосрочной перспективе, но вот в краткосрочном моменте, посмотрите, на часовом графике, раз есть вот эта тенденция, почему ее нельзя торговать, да? И вот здесь вот в этой тенденции, в принципе, все неплохо получается. Вчера, например, вот и сейчас появился сигнал. Так, извините, сейчас я не то немножко. Вот таким образом. Вот. Но, к сожалению, вот этот вот шпиль, она не дает возможность приблизить график вплотную. Вот. Посмотрите, вот она тенденция. Следует правило формирования тенденции себя реализовывает. Вот коррекционный откат, пробитие опорной точки, бай, хорошее движение наверх с обновлением предыдущей вершины. Сейчас идет коррекционный откат. Посмотрите, вот он имеет трехволновую структуру. Была попытка разворота тенденции, но она оказалась неудачной. И рынок пробил предыдущую вот эту вершинку.
Сигнал для входа в рынок наверх. По идее, здесь надо покупать. Но почему я здесь сейчас не покупаю? По одной простой причине. Посмотрите, какой стоп-лосс. Больше 100 пунктов. Для меня это слишком обременительно, такой стоп-лосс ставить. Поэтому сейчас я просто наблюдаю за текущей ситуацией на часовке, вот здесь вот, да, на 30-минутке. Понимаю, что тенденция наверх сохраняется, поэтому открываю 5-минутный график. И вот в 5-минутном графике буду пытаться искать возможность покупать. Для этого необходимо, чтобы хотя бы в 5-минутном графике, вот в этом канале, как раз формировались вот эти разметки, да, то есть опорные точки. Но, к сожалению, вот здесь вот возник такой некий, как говорится, расколбас, и нету ярко выраженной структуры. Вот пусть эта структура здесь формируется, и вот в этом 5-минутном канале я буду покупать, в данном случае искать возможность входа в рынок наверх. В то же время, пожалуйста, не забывайте еще про такую вещь, что пока цена, в текущем моменте, здесь была попытка разворота тенденции, выход из восходящего канала. И здесь, в принципе, возникла следующая ситуация. Если цена, в этом подъеме, не воспользовавшись сигналом для продолжения тенденции, не пробьет предыдущую вершину и возобновит свое снижение вниз, то тогда надо будет говорить о том, что при пробое предыдущей впадины, вот данной впадины, здесь формируется разворотная модель. То есть при пробитии, то есть без пробоя предыдущей вершины, рынок пробивает предыдущую впадину, это произойдет вне границах восходящего канала наверх. Что ж такое, не цепляет она. То есть вот именно вот без пробоя предыдущей вершины, если цена с этого уровня свалится вниз и пробьет предыдущую вот эту вот впадину, то тогда можно будет говорить о том, что рынок сформировал разворотный канал. Что ж такое, не цепляет ничего. Вот он. Тогда мы строим сразу канал вниз, и тогда мы увидим, что здесь сформировался разворотный канал вот в даунтренд. Вот посмотрите. Ой, елки-палки, да что ж. Как бы это. Из-за этой шпили очень плохо все видно. Вот он, этот канал. Как альтернатива этому каналу вниз. Ну тогда здесь все понятно становится, как торговать. Если цена попытается ускорить свое падение вот таким образом. Стратегия очень простая, да? Вспоминаем эту стратегию. Попытка возврата в канал в виде трех волн. Вот такая вот попытка. И если цена, не достигнув верхней границы канала, возобновит свое падение, то тогда встаем вниз при пробитии опорной точки. И дальше можно добавляться при пробое вот уже, вот здесь вот не отмечено, данной опорной точки. Потому что если вы посмотрите, сейчас я понимаю, что собьется. Посмотрите, пожалуйста, вот в этом движении, которое мы видим, тенденция там не сохраняется, предыдущая вершина не пробивается, этот канал завершает свой подъем, если цена сходит именно таким образом, развернется. То есть разворотная модель, выход из восходящего канала и возобновление нового импульса вниз. Сигнал для входа в рынок. Трехволновая структура выражена, здесь можно встать вниз и здесь. Соответственно, сейчас прекрасная возможность как для активной торговли в сторону роста. А вот сейчас сигнал на покупку, да, с постановкой стопа. Но для меня это слишком большой стоп-лосс. Поэтому я перехожу, как говорится, на 5-минутки и буду на 5-минутках искать сигнал для входа в рынок в покупку. Но в то же время на часах я помню именно вот эту разметку, которая здесь вот я здесь показал вам. То есть, если цена развернется, пробьет предыдущую впадину, то выход из восходящего канала, формирование разворотного канала вниз. Это британский фунт. Идем дальше. Сверху маркер на экране. А, понял. Сверху маркер, да? Понял. Сейчас, да. Понял. Ага. Вот этот маркер, да? Да. О, отлично, спасибо, буду пользоваться. То есть вот здесь уже более яркая картина. Трехволновая структура, реализация ее, пробитие опорной точки здесь. Но, в принципе, можно будет уже вставать гораздо раньше, если цена сформирует вот этот вот нисходящий канал, как разворотный канал этому каналу. Тогда вот вершины две впадины, коррекционный откат в канал и уже потом вход в рынок в продажу. Тогда это будет осознанный вход в рынок при очевидном движении.
Это британский фунт. Спасибо за совет, Валерий. Спасибо за шпильку, да, вот за эту, которую. Так, смотрим российский рубль. Сегодня российский рубль пошел на, доллар пошел наверх. Вчера достаточно серьезно был провал. Вот, но недельный график, ничего не изменилось в моем отношении к текущей ситуации сейчас. А здесь вы видите замедление, и уже просто, можно сказать, цена просто-напросто, я не знаю, вот, прилипла к сопротивлению, и ничего не происходит. Цена вниз не валится. Она же пытается как-то вот таким образом пытается уйти наверх. На дневном графике, посмотрите, уже этот верхняя граница канала как бы ни о чем. Две впадины восходящие, третья вот вчера не смогли обновить, и сейчас вроде как бы сегодня есть намек на то, что рынок может уйти вот в этот разворот. Ну, я не знаю, может сегодня, может быть это будет завтра, но по крайней мере пока что цена консолидируется в очень узком канале, и остается только одно, дождаться, когда цена выйдет из этого вот сумасшествия, которое здесь есть. Вот таким выходом. Я уже буду знать, если цена, что делать, если цена пойдет наверх с пробитием вот этих уровней. С другой стороны, тенденция вниз пока еще наверх не развернулась, поэтому есть риск, конечно, такого снижения вниз. Но тогда что? Встаем вниз при пробитии вот этих уровней. Потенциал хода достаточно хороший может быть. Это нижняя граница канала. Но я склоняюсь к той мысли, что все-таки с этих уровней где-то рынок должен пойти наверх. Ну посмотрим, что из этого выйдет. Больше добавить к этому нечему. Канадец. Смотрим канадца. Канадец консолидируется, явно сформировав вторую впадину перед возможным таким разворотом наверх. Но для этого необходимо дождаться, когда цена пробьет вот эту вершину. Вот. То есть две впадины есть, теперь осталось подтвердить разворот тенденции наверх. Это формирование второй вершины, которая должна быть выше предыдущей. То есть правило формирования тенденции, вспоминаем. Пока этого нету, цена здесь находится в консолидации, долгосрочной перспективы строить я бы не стал бы. Тем более, что здесь, вот на дневном графике, посмотрите, но просто здесь и пробой вниз не отработка, пробитие уровня наверх не отработка. То есть вот какой-то некий такой маленький хаос. Но в то же время, если мы смотрим часовой график, то здесь уже более-менее что-то осознанное получается. Да? То есть рынок, взяв предыдущую вершину, вот здесь вот, пока что до этого не взяв предыдущую впадину. Некое подобие того, что здесь может рынок уже вот таким образом сформировать некий восходящий канал. Вот он. Теперь осталось что? Дождаться, когда есть цена. Вот сейчас вот произошел провал. Продолжит свой подъем наверх, то тогда понятно становится, что надо будет вставать при пробитии любого уровня опорной точки. С другой стороны, пока этого нету, соответственно, сейчас решение принимать о торговле я бы не стал бы. На 5-минутных графиках можно краткосрочно торговать, когда вы видите сформированный канал. Вчера посмотрите, пожалуйста, вот то самый как раз момент, когда я говорю, что можно такие моменты использовать, если вы торгуете краткосрочно. Но для этого необходимо выраженный канал, то есть когда цена обновляет впадины, не обновляя вершины, то есть в качестве даунтренда. Вот были сигналы для входа в рынок. Здесь посмотрите, рынок после обновления впадины сформировал коррекционный откат и вот опять давит вниз. Но, к сожалению, в текущем моменте здесь вот как таковой опорной точки уже все опорные точки оказались пробиты. Теперь вставать вниз уже поздно. Ну, то есть здесь уже, в принципе, упущен сигнал. Почему? Потому что цена, вот здесь вот, вот он был канал, посмотрите, вот он, краткосрочный. И рынок, выйдя из этого сходящего канала вниз, пробил все опорные точки, находится в самом низу. Здесь уже вставать вниз уже поздно. Поэтому вне рынка по канадцу, так, у меня кое-какие позиции здесь открыты, да, но я прокомментирую чуть позже. Так, идем дальше, швейцарский франк. Швейцарский франк здесь на недельном графике пока что, сформировав вторую впадину, не подтвердил желание разворота тенденции, это пробитие предыдущей вершины. Поэтому сейчас на недельном графике пока что никаких сигналов в какую-либо сторону движения нету. А вот на дневном графике, здесь на дневном графике цена находится на пике. Посмотрите, уже 3 или 4 дня цена никак не может продолжить свою тенденцию наверх. Как правило, подобного рода структуры, посмотрите из истории, да, говорят о том, что возможно, в связи с тем, что цена не достигнув верхней границы канала, может попытаться уйти вниз. Вот таким образом. Тем более, что вот этот сигнал на дневном графике, он еще пока что актуален для продолжения тенденции. Поэтому часовой график в этом плане
Так, часовой график интересен с точки зрения того, что, посмотрите, вот на пике вот этого коррекционного движения наверх сформировались вот эти самые три маленьких индейца. Раз, два, три, три добоя. Сигналом для входа в рынок здесь является пробитие вот уровня коррекции после второй вершины. То есть вот в этом плане сигналом для продажи будет являться именно пробитие вот этого уровня. Сейчас она к ней приближается. Почему именно этот сигнал будет, в принципе, неплохой? Потому что рынок при подходе к этой впадине уже сформировал разворотный канал вниз. Вот он, этот канал. Ну, видите, вот здесь у меня висит продажа. Почему? Потому что после обновления впадин рынок сформировал трехволновую структуру А, Б, С и произошло пробитие. Вот поэтому я здесь аккуратненько продал. Теперь я переношу без убыток. Вот. То есть вот трехволновая структура, канал вниз уже сформирован и возможно будет отработка вот этого паттерна трех маленьких индейцев. Пробитие вот этого уровня вызовет возможно движение вниз вот к этой впадине. Это как минимум первая цель. Стоп-лосс необходимо выставлять, естественно, за вершину, но вот в этом случае для меня стоп-лосс достаточно будет обременителен. А нет, в принципе, нормально. В районе 60-70 пунктов для меня это приемлемый стоп-лосс. То есть получается, если здесь произойдет пробой, я буду здесь добавляться. Буду здесь добавляться. Так, это у нас швейцарский франк, смотрим дальше. Новозеландский доллар. У новозеландского доллара интересная ситуация может возникнуть. В связи с тем, что рынок вышел из нисходящего канала, вот он, посмотрите, да. Несмотря на то, что здесь как бы вид у него коррекционный, А, Б, С, да, но для отработки именно тенденции вниз, надо дождаться движения с этого уровня вниз и пробоя этой впадины. Тогда можно будет долгосрочно вставать в продажу. То есть это будет означать продолжение тенденции вниз. Но, как вы видите, это весьма отдаленная перспектива. Вполне возможно, но пока что весьма отдаленная. Текущая ситуация, отмечается рост, причем достаточно уверенный, да, на недельном графике. Поэтому принимаем решение о том, что как только на дневном графике вот сформируется какой-то внятный коррекционный откат, ну, в данном случае здесь была такая усложненная форма коррекции была, а здесь может быть А, Б, С. То есть, если вы увидите провал с текущих уровней, пробой вот этого формирования АБЦ сигнал, да, трехволновой, то здесь надо будет искать возможность покупать для такого хорошего роста наверх. И на часах здесь, в принципе, в текущем моменте, пока что актуален вот этот сигнал, который была попытка его разворота, вот здесь вот. Сейчас решается вопрос, посмотрите. В этом коррекционном откате рынок сформировал трехволновую структуру, поэтому не исключая вероятности того, что при пробое этого уровня цена может хорошо уйти наверх, уже ломая вот этот сигнал на разворот тенденции. Посмотрим сейчас. Вот интересно, здесь осталось немного. Да, вот некий намек. Ну а окончательно похоронит попытку продолжения тенденции вниз, если цена с этих уровней пробьет, естественно, вот этот уровень. Вот. Тогда цель этого подъема будет пробитие уже достижения верхней границы, то есть верхнего уровня, откуда цена пошла вниз. Почему именно так? Потому что цена при коррекционном откате здесь наверх, при возобновлении снижения вниз, не смогли взять предыдущую впадину. Вот эту впадину, вот видите, да? Соответственно, раз мы не взяли низ, по идее должны взять вверх. То есть при пробое этого уровня целью этого движения будет попытка пробития предыдущей вершины. Очень интересная разметка по австралийцу, то есть по новозеландцу. Прошу обратить на это внимание. Единственное, конечно, это разброс по стопам, да, стоп-лосс даже на часовом графике достаточно внушительный получается. Но я считаю, что здесь надо рисковать, где-то порядка 80-90 пунктов стоп-лосс, но я думаю, надо рисковать. Наиболее хороший сигнал в текущем моменте будет, если цена с текущих уровней все-таки пробьет высоту вот этого уровня. Тогда, в принципе, здравствуй, уровень 73. Это у нас что касается новозеландца. И на краткосрочном таймфрейме, на 5-минутном графике, тоже можно пытаться вылавливать вот такие сигналы, которые были здесь. То есть, вот смотрите, сейчас цена пытается отработать трехволновую структуру ABC. То есть получается следующая картина. После того, как цена здесь падала вниз, не продолжила свое падение, не пробили предыдущую впадину, сейчас актуально вот это движение наверх. Вот он, этот канал. Вот этот канал.
Здесь была попытка разворота тенденции, но пока что мы видим, она неудачная. Да? Поэтому вот в этом повышающемся канале и надо искать сигналы. Ну, например, вот сейчас это у нас 5-минутный график. К сожалению, нету никаких структур. То есть структура 3-волновая, отработка ее — это сигнал для покупки. То есть вот такого плана события должно произойти. И тогда мы здесь при пробое этого уровня встаем наверх. Но пока этого нету, соответственно, ждем подобного рода сигнал. Либо если цена с этих уровней сейчас пробивает вот эту предыдущую вершину в текущем моменте, то тогда, по идее, надо покупать с постановкой стопа, к сожалению, вот ниже вот этой впадины. По-другому нет, потому что вот в этом подъеме нету никакой структуры, да, то есть некуда выраженной структуры. То есть вот коррекционный откат в виде 3 волн, 1, 2, 3, и вот оно есть, пробой, сигнал наверх. А здесь этого ничего нету. Ну что, ждем по австралийцу, то есть по новозеландцу, извините. Смотрим дальше, японскую иену. Недельный график тенденции не сохраняется. Соответственно, принимаем решение и о поиске входа в рынок в продажу. Цена находится в ценовом канале с попыткой продолжения тенденции вниз. Но вот коррекционный откат, пока что он никак не может реализоваться, продолжение тенденции. Соответственно, дождаться желательно вот этого коррекционного подъема в виде зигзага А, Б, С. И уже как только цена закончит коррекцию наверх, встаем и продаем в расчете на дальнейшее движение вниз. Лучше всего эту ситуацию, конечно, рассматривать на коротких таймфреймах. Вот посмотрите, в текущем моменте были пробиты все уровни. Это коррекционное движение к этому уровню. То есть любой подъем вот к этому уровню, это считается как коррекционный откат перед возможным снижением вниз. Соответственно, вы должны понимать, что вот был импульс, коррекция. Сейчас краткосрочно вот это движение наверх пока еще не завершилось. И в принципе может случиться следующий момент. То есть рынок может сформировать хороший зигзаг наверх. Раз, два, три. И как только этот зигзаг завершает свой подъем и начинается снижение вниз, тогда вот пробитие опорной точки — сигнал для входа в продажу. С другой стороны, это слишком большой разброс. Можно дождаться сигнала в более краткосрочной перспективе. Да? Попробую воспользоваться советом. Вот. Что-то не получается пока. Ладно. В краткосрочной перспективе можно воспользоваться следующим. Вот он идет канал. Какой-никакой, все равно это канал повышающийся некий, да, который выполняет правило формирования тенденции. То есть вот обновили вершину, не обновив впадину. Соответственно, сигнал для входа в рынок в продажу будет, вот сейчас рынок формирует вторую вершину. Если произойдет провал, выход из канала вот этого, вот он этот канал, то есть обновление предыдущей впадины, и соответственно здесь формируется канал уже вниз. Вот в этой ситуации тогда надо искать уже продажи. Сейчас продавать нельзя, потому что рынок не сформировал разворотную модель. Соответственно, надо дождаться, когда будет хороший провал вниз с пробитием предыдущих впадин. Либо можно сразу вставать в продажу, либо дождаться коррекционного отката в виде 3 волн и уже встаем вниз. Поэтому пока что вне рынка по японской иене. Дальше смотрим золото. Золото продолжает свою тенденцию на недельном графике наверх. Я считаю, что здесь рынок либо уже сформировал разворот, либо все равно в дальнейшем он все равно может сформировать разворот тенденции наверх. Тем более, что когда геополитическая ситуация неоднозначна, соответственно, золото надо покупать. Вот цена находится в пробое предыдущей вершины. Была попытка глубокой коррекции, не получилось. Смотрим часовой график. И вот в этом часовом графике, посмотрите, есть уже готовый зигзаг. То есть после импульса коррекционный откат в виде 3 волн ABC, вот пробитие опорной, и рынок возобновил свой подъем. Сейчас, конечно, хорошим сигналом для входа в рынок будет, безопасным будет являться пробитие вот этого уровня с текущих, то есть если цена пойдет наверх, покупаем. Но вот в текущем моменте, почему я здесь купил? Несмотря на то, что вроде как сигнал появился, то есть сигнал наверх, извините, это золото, появится тогда, когда произойдет пробитие данной опорной точки. А почему я встал вниз здесь? Потому что вот эта попытка продолжения тенденции, она оказалась неудачной. Посмотрите, вот, произошло замедление, выход из канала, формирование второй вершины.
Пока что они не пробили предыдущую вершину. Соответственно, усиливается сигнал на продажу. И плюс еще была пробита предыдущая вот опорная точка. Поэтому я здесь продал. Ну, пока что убыток, но тем не менее я жду такого сценария. Если цена с этого движения не возьмет предыдущую впадину, вот такой вот момент, не возьмет предыдущую впадину, возобновит свой подъем, то тогда сформируется зигзаг вниз. Раз, два, три. Трехволновая структура. И при пробитии опорной точки буду вставать здесь наверх гораздо раньше, вот здесь вот, чем если цена пробьет вот эту вершину. То есть вот такая картинка. Очень позитивно для хорошего подъема. Это у нас золото. Дальше смотрим. Австралийский доллар последнее. Австралийский доллар тоже поддержан ростом наверх. Дневной график пытается закрыть гэп. По остальным многим валютным парам там произошло перекрытие гэпа. Поэтому я думаю, что австралиец попытается. Ну, скажем так, есть такая попытка. С другой стороны, здесь очень неприятная ситуация для дальнейшего роста для австралийца. Почему? В отличие, скажем, от новозеландца. Потому что если вы посмотрите долгосрочную перспективу, канал, да, вы видите, что данная модель здесь в рамках нисходящей тенденции. То есть внутри канала цена формирует эти сигналы, якобы на разворот. И цена при подъеме, коррекции, не дошла до верхней границы канала. Это один момент. Второй момент. На дневном графике, вот в этом движении, посмотрите, рынок сформировал ярко выраженную трехволновую структуру А, Б, С. Уберу лишние линии, чтобы они вас не смущали. Вот они, эти линии. Если в отличие от австралийца, новозеландец уже на пике находится, то здесь, посмотрите, вот трехволновая структура есть. Есть вторая вершинка. Вот. Первая, вторая, третья. И вот вторая вершина. Готова для того, что если цена не пробьет предыдущую вершину за дни падения, то это будет хорошим сигналом для продаж. Но это дневной график, поэтому ждать может придется достаточно долго. Поэтому именно надеяться на такую структуру достаточно, скажем так, обременительно с точки зрения времени. Поэтому в текущем моменте, что я предлагаю? Уйти в короткий таймфрейм. Искать каналы внутри текущей ситуации, то есть вот он обвал и вот он идет канал. Что-то сегодня такое произошло странное, да, вот. После такого коррекционного отката рынок возобновился подъем, и я здесь успел купить, да, вот, но слишком поздно увидел сигнал. Почему я здесь покупал? Посмотрите. Помните спорадическое движение, да, видишь пилеобразного провала. Такой характер движения цены. Как правило, если цена проваливается, тут же возвращается, пробивает вот уровень, откуда цена провалилась здесь вниз, то, как правило, если цена закрепляется выше этого уровня, то это хороший сигнал для дальнейшего роста наверх. Собственно говоря, вот реализация идет этого сигнала. Вот я сейчас переношу без убыток. Жду, что все-таки рынок продолжит свой подъем наверх. Вот, собственно говоря, почему я здесь и покупал. Это австралийский доллар. Ну, а теперь отвечу на ваши вопросы. Наверняка они у вас накопились. Сейчас давайте попробуем разобраться, что у вас здесь. Так, подвисает изображение, да? Нормально. Ага. Так, ну вопросов нету. Ну что ж, на этом и завершаю свой семинар. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. Желаю всем удачи. Встречаемся, кому интересно, сегодня в 3 часа дня. Базовый курс. Встречаемся в 3 часа на базовых принципах, ну и ежедневно в обзорах 12 часов дня. На этом все. Всего хорошего. До встречи.